кабаба. Пещера. Кто бы ни были эти люди, они берегут свои секреты. Так, отсюда был выход. Кельтская книга. Теперь прочь из этой проклятой пещеры. Говоря, это мы где находимся? Здесь у нас все, здесь все открыто. В Ульстере еще немного не открыто. И в Канахте все, и в Миде все. Ну пускай Ульстер остается. Тритания даже там есть еще. Thank you.
Ну что, ты нашел книгу? Как же этот вас все обожают? Это аббат Эоган, епископ Арминский. Книга его. Помню. Он был на коронации. Надеюсь, ты не пострадал, когда спасал книгу. Дружба Верховного Короля того стоит. Что? Мой господин, вас наделил властью сам Бог. А это язычники. Ты что, обкурился? Не сочти за грубость. Это не в твоей власти. Короли все решат сами. Я просто хочу напомнить Флану о возможных последствиях. Вот и все. Они мне прекрасно известны, аббат. Пожалуй, я слегка забылся. Мне пора. Господин, прости, что вмешался в твои дела. Пустое. Я лишь рад, что книга снова в надежных руках. А он занятный. Мне понятно недоверие аббата. История дает ему много поводов быть осторожным. Что расскажешь? Я управился с вожаком болотных воров. Больше в Дублине некому мутить воду. Что ж, тогда займемся насущными делами. Ульстер делает все, чтобы подмять под себя Коннахт. Нельзя дать пламени их союза разгореться. Нам понадобится поддержка других королевств. Поговори с Киарой. Она многое знает. Я вернусь в Дублин, соберу людей и припасы для похода. Благодарю. Когда накопим достаточно сил, встретимся в Нокфри и составим план действий. Тебя долго не было. Кто украл книгу? Она была у весьма странных людей, а те купили ее у Торстейна. Зря я его пощадил. Даже мой сын это знал. Радуйся, Баррет. Мы угодили Верховному Королю. Я обрадуюсь, когда Флан начнет доверять мне по-настоящему. Мне пора в Дублин. А ты ступай к Киаре. Нам нужно доверие и других королей. Срочное письмо Флану. Король Флан, вернувшись в Арму, я узнал, что один из наших монастырей разграбили. Келлская книга оказалась в руках у одного известного Дана из Дублина. Будучи верховным королем, ты обязан защищать христианскую веру, а потому я обращаюсь к тебе за помощью в безопасном возвращении этой книги. Сам я немедленно вернусь в Деру. Молюсь, чтобы вместе мы смогли придумать какое-то решение. Также обращаю твое внимание на то, что мы перестали получать новые книги после того, как шайка разбойников напала на Лиздеру и перерезала там всех торговцев. В самом начале правления твоего зло выдвигается с разных сторон. Ты должен его одолеть. С верой в Господа, Эоган, епископ Арминский. Письмо от короля Кербала. Мой король, прошу простить спешку, в которой написано это письмо, так как оно составлено не писцом, а моей собственной трясущейся рукой. Я начинаю думать, что мы недооценили упорство этих язычников-друидов. Пока мы занимались управлением Ирландией, они сумели незамеченными проползти в наши владения. Я полагаю, нам нужно встретиться, чтобы обсудить эту беду. Жду твоего ответа. Кербал, король Осрайге. Письмо от короля Канхабара.
Мой король, хочу от всего сердца поздравить тебя с коронацией. Церемония была великолепная, так что лучше и придумать нельзя. А голос у твоего барда просто соловьиный. Так что и в пылу кровавой битвы воины бы остановились, чтобы лучше его услышать. Прошу, прими подарок, который я отправляю ей вместе с этим письмом. Это лишь небольшая безделушка в знак вечной дружбы между нами. Да будешь благословен ты и семья твоя. Канхабар, король Каннахта. Письмо от королей Айлиха. Верховный король, твое письмо нас сильно смутило, так как в нем мы увидели обвинения, которые совершенно отвергаем. Быть может, виновных в случившемся стоит поискать поближе к тебе. И имей в виду, если бы было у нас желание отправить тебя в могилу раньше срока, мы бы сумели его исполнить. Раз ты еще здесь, значит, Флан и Барит сумели договориться. Верно. И сильно ли тебе самому пришлось для этого постараться? Я просто показал Флану, что мне можно доверять. Думаю, непросто. Тебе удалось войти в историю. И Флану ты по нраву. Только лишь ему одному? А ты не из робких, верно? Из догадливых. Нужно привлечь на нашу сторону как можно больше королевств. Флан сказал, ты мне поможешь? Да. Ирландские короли присылают ко двору свои жалобы, надеясь быть услышанными. Тут и мелочные споры, и дела поважнее. И я взяла на себя смелость просмотреть их и отобрать те, что вызовут наилучший отклик. Ясно. Чем больше услуга, тем выше награда. Именно. Ищи наши голубятни. Там тебя ждут самые важные поручения. Поможешь королям, те в ответ снабдят нас людьми и припасами для вторжения в Ульстер. Получайте припасы для торговых постов, ирландские товары за помощь королям. Кстати говоря, просьбы, необязательные задания, которые можно получать у местных королей, выполняя каждый. Королевская просьба будет удваивать вашу награду. Ух ты. Так, а как понять, просьба это или приказ? Сука, как понять? Короче, все ясно. Я все сделаю. Это мы типа взяли, да? Действует бонус палатки викингов. Надо пойти забрать хабар с ящика. А где они находятся вообще? Голубятни эти. Так, это мы в Ниде. Ну, у нас еще голубятни. Они отличаются друг от друга, интересно. Или нет?
вот здесь нету, значит странно. Может их всего две здесь. Ладно, хорошо. Так. Здесь, здесь и здесь. Ящик заполнен, сейчас мы его очистим. Потом я еще сюда телепортируюсь, посмотрю, в этой голубятне есть ли задание. Здравствуй. Хочешь заключить удар? Сразу позырим, что там по сделкам у нас. За 150 книг, офигеть. Все, что ли, заказы кончились? Все на сегодня. Да, получается, остальное просто на бабки менять. То есть это бесконечные бабки будут. Ну это, конечно, по времени их надо получать. То есть если ты в игре. Загляну в голубятню здесь. И телепортируюсь потом туда. Дублин такой маленький. Ладно, все понятно. Это тоже и есть те же самые задания. Значит, надо их выполнить. Одно здесь у нас есть. Уничтожь те цели. Не получите урона. Офигеть. Давай посмотрим, что это за цели. Если в рамках королевского задания вы получаете... как там было там? Поддержки вида. Око за око, убийство нашего земляка должно быть отмщено. Это злодей следил рук кровожадных разбойников. Горько будет, если ты лишишься жизни, останавливая справедливость. Но благая цель стоит риска. Уничтожьте цели. Королевская просьба – это дополнительная вот эта фигня. Не получите урона. И если мы выполняем, то награда удваивается. Ну, тут, я думаю, ничего сложного нету в этом. Лети, Сюнин.
Отойди куда-нибудь, а? В чем дело? Дух некогда перевести. Слава Флана растет. Увеличение награды, что-то я не увидел. Не выдавайте себя, не получите урона. Тут еще посложнее.
козырим, черт. Стражников. Я выдал себя, получается. Это мне по плечу. Смотри, Сюнин. Ебаный рот, а? Сука. Звучит просто.
Не стоит привлекать внимание. Что происходит? Ни минуты покоя. Честь знать. Хорош. Это на полпути. Ты здесь. Не выдавай себя.
королевские сокровища. Покажи мне все. С этим я справлюсь. Покажи, что там впереди. За хвост. Пиздец, ни куста, ни хуя. Я все сделаю. Что видишь, Сюнин?
Привлекло взор Локи. Так. Что за напасть? Королевские поручения. Ищите королевские поручения в голубятнях. Выполняйте задания, чтобы заработать награды. Припасы, товары, королевские просьбы. Сказать еще есть что-то? Еще задание что ли есть? Это просто как контракты те же у Риды, тоже убить, просто дополнительные вот эти опции добавили там.
конечно, удивлено. Прошу, не стесняйся. Обучить кого-то. Тут мы вроде все изучили, да? Ну и все тогда. Тебе точно больше ничего не нужно? Так. Дай взгляну на товары. Товары. Куплено. Рысь какая-то. Обычный конь, волк, ну и вот этот у меня. И тут ничего интересного, обычные кони. Я точно показал тебе все товары? Еще увидь. Так, поговорить с планом, он говорит. Но мы-то заглянем еще в голубятню, чтобы проверить. В разных голубятнях разные заказы или одни и те же? Где у нас голубятня? Да, те же самые заказы во всех голубятнях. В таком случае, пускай они висят, потому что смысла их пока делать нет. Делаем основное задание. Надо кинжал в главную руку взять, чтобы исцеление было чаще. Что ж там, когда уже друиды будут, когда уже будет какой-то монстр интересный. Скоро выступим. Надо быть начеку. Отходим! Так.
Вот кого мы дожидались. Ебануться. Здравствуй, Эйвор. Король, твой стан мог бы поспорить с норвежскими. Много крепких воинов. То плоды твоих трудов. Короли, которым ты помог, прислали нам немало бойцов. Благодарю. Отложим это. Битва ждет. Как скажешь. Твой родич в главном шатре. Я скоро приду туда, и мы обсудим, как быть дальше. Эйвор, видишь, я в военном совете Фланна. Неплохо для викинга, а? Он стал тебе доверять? Доверять? Нет. Он подозрителен, но ему нужно войско, так что он меня терпит, хоть и воротит нос. Ну да, викинги воняют. Король, мы готовы нанести Айлиху тяжелый удар. Но враг узнал о нашем приближении и собирает большие силы. Между Ульстером и Конахтом есть замок Кашелор. Возьмем его, вобьем меж ними клин. Кашелор – ключ ко всему северу. Это грозная крепость на крутом утесе. Она должна стать нашей. Но по тем же причинам штурм дорого нам обойдется, мой король. Все потери здесь оправданы. После победы к нам примкнет еще больше людей. Будь осторожен. Честолюбие туманит твой разум. Каков твой совет, Эйвор? Хитрость лучше отваги. Отправьте внутрь лазутчика. Пусть откроет нам ворота. Попробовать стоит. Ты ведь мастер в таких делах, Эйвор. Тебе и быть лазутчиком. Эйвор? Будет интересно. У замка ждет наша лазутчица. Она проводит тебя. Кашелор. Да, помню. Я говорил, что квестовая. Блять.
Что ты видишь? Эту крепость и богам не сокрушить. Нужно быть осторожнее. Да, блядь, спрыгни ты уже, да?